Чтобы школьники справлялись с учебной и дополнительной нагрузкой без проблем для здоровья, необходимо грамотно распределять их загруженность, а главное не перезаниматься. Очень важно, чтобы ребенок не переутомлялся, поэтому в занятиях необходимы перерывы на отдых и домашние дела. Детям всех возрастов необходимы и прогулки на свежем воздухе не менее 1,5 часа в день. Без школы ребенку не обойтись. Школа в любом случае остается. Школьную нагрузку придется выполнять. А вот все остальные нагрузки нужно выбрать. Что самое главное? Для начала вообще нужно с ребенком поговорить и нужно посмотреть его наклонности. Если он с охотой идет, да, на ту или иную там, нагрузку, да, или в ту или иную секцию, то, скорее всего, это нужно оставить. Потому что то, что выполняется с удовольствием, редко вызывает головную боль, напряжение. Боль, напряжение – самая частая причина головной боли у детей. Она обусловлена напряжением мышечного корсета головы из-за эмоционального перенапряжения, умственной перегрузки. Ведь кроме школьных занятий ученикам положена так называемая внеурочная деятельность. К ней относятся различные развивающие кружки, музыкальные школы, занятия спортом. По нормам такая деятельность должна занимать не менее 6 часов в неделю. Врачи советуют, нужно выбрать то, что больше всего нравится из занятий, а от лишней дополнительной нагрузки лучше отказаться, особенно если ребенок жалуется на головные боли. Это не протест, это ребенок с удовольствием принимает. А вот то, что, куда ребенок не очень хочет идти и идет с неохотой, нужно много раз подумать, прежде чем, значит, все-таки его заставлять туда идти.